Гелишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня у нас будет происходить нечто необычное. Вот. Как вы видите, я стал интеллигентом, а точнее ученым! Ну, в какой-то степени ученым. Сегодня мы с вами будем ставить эксперименты над нашим общим знакомым Евгением. Мы выясним, насколько он умный, насколько вы умные, потому что над вами эксперименты также буду ставить, а какие вы посмотрите чуть позже, точнее в этом ролике. И если вам понравится эта рубрика, я надеюсь, что она понравится, поставьте огромнейшие пальцы вверх. Вот давайте докажем, если вы умные, если ты умный, если ты отгадаешь все мои сценки в этой серии, если ты поставишь лайк прямо сейчас на эту серию, то ты докажешь всем то, что ты умный. Да? Прям все это будут знать. Поэтому поставь лайкусик. Кто не подписался, подпишись прямо сейчас. Дед Мороз хоть уже и ходил, но все же сегодня у нас 5 января. Если ты прямо сейчас лайк поставишь, то Дед Мороз еще к тебе придет. Еще раз. И iPhone 10 тебе подарит. Вот прям... Мамой клянусь, отвечаю. Ставьте лайкусики, а мы приступим к нашим опытам. Погнали, компаньоны, погнали. Ну что, Евгений. Так, я не понял, Эдисон, я на такой не подписывался. Что, подопытный номер 69, вы готовы, да? Почему уже 69? А я не знаю, потому что это мое любимое число, понимаешь? А, ну ладно, хорошо. Я готов, испытывайте меня. Испытывай. В общем, мне кажется, еще не все знают, в чем будет заключаться, ты пока там посиди. Суть этой рубрики. У нас будет, Жека, 5 комнат. И в каждой комнате будет происходить какой-то мини-сюжет из различных вселен. Вообще, ты должен включить просто свою фантазию, свою интуицию на максимум. Это сложно. Ненавидь меня. Суть этих сюжетов не будет заключаться только в Майнкрафте, а вообще во всей вселенной, понимаешь? Я могу загадать там сюжет из другой вселенной. А? Я псих! Бен, ты готов отгадывать? Я готов. Ну давай, заключенный номер 69. Это подопытный. На прогулку. Идем сюда. Иди сюда. В общем, тут у нас первая заготовочка и первый сюжетик. Ты должен загадаться, что я хотел тебе показать вот этим. Так, хорошо, смотри, что мне бросается первое в голову? Что это какой-то мини-кинотеатр, и тут бегают зеленые чувачки. Что это может означать? Что я пришел на какое-то кино, в котором есть зеленые человечки. Нет, ты не обращай внимания на их цвет. Цвет не важен. Ты обрати внимание на то, что они очень маленькие. Потому что они очень маленькие. Да. А я могу тебе какие-то вопросы наводящие задавать? Да. Или вообще не... Ну, возможно, но ты должен включить фантазию, интуицию, понимаешь? Что это? Это сложно. Ага. Ну, не знаю, это очень похоже на какую-то историю игрушек или что-то вроде бы... Не-не-не-не-не-не. Так, вот что может означать... Так, здесь это типа какие-то краски, да? Это типа приборы. Приборы там для ремонта, ну да, что-то такое, я не знаю, для краски там, ну, типа, наподобие. То есть это маленькие чувачки, которые используют эти приборы? Да. Это типа фиксики? Фиксики, ёпты! Да! Все логично! У нас есть телевизор, у нас есть маленькие вот эти, у нас есть приборы. Понимаешь? Давай подопытный, в следующую комнату. Ой, так вот это уже посложнее, мне кажется. Возможно. Развиваем интеллект и в... На самом деле, я догадался. Ага, а что? Ну, просто тут цвет очень сыграл большую роль. Да? Да, это типа порталы, да? Он заходит в этот портал и выходит из этого портала, я правильно понимаю? Ну, порталы откуда? Ну, типа, это Портал. Типа игра Портал. Да, игра Портал. Молодец! Проходи в следующую комнату, подопытный! Ты на тебя было просто съед другой. Да, ну ты понимаешь, что наша прогулка уже затянулась. Скоро обратно в камеру. Так что давай. Не хочу, я буду подольше говорить. Не-не-не, давай сюда. Третья комната, ты должен догадаться, что же я хотел этим сказать. Что у нас тут происходит? Так, хорошо, давай будем... начнем издалека, да? Издалека, да. Это ты, да? Это ты ставишь надо мной опыт, да? Возможно, но нет. Хорошая теория, но нет.
нет. Типа это какая-то лаборатория, здесь есть сумасшедшие ученые, потому что у них какой-то страшный хлебало. Да, 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 все верно, нет, все верно. Да, все ученые страшные. А, подожди, да, я скажу. Ребят, я вам не говорил, в чем заключается суть этих комнат, этих сюжетов, поэтому пока Жека отгадывает, вы также можете отгадывать и писать в комментариях. И посмотрим, кто из вас самый умный, да, Евгений? Явно я буду не самым умным. Мы проверим, мы проверим. Давай! Думай! Так, ну, да, подожди, это сложно. Ты очень... уже сказал, это лаборатория, это ученый, который стоит в противогазе. А, он в противогазе. Да, это в противогазе, да. Противогазе. Ну, знаешь, у меня есть одно предположение у меня есть. Какое? Насколько я знаю, ты очень любишь один сериал. Я забыл, как он называется. Я тупой, ладно, забей. Ну там, короче. Не-н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 е. Мне нужно название. Название! Я не могу вспомнить, Алис, у меня вылетело из головы. Ты знаешь, ты это знаешь, ты просто забыл. Я знаю, у меня вылетело из головы просто. Ага. А, во все тяжкие! Во все тяжкие! Хоть ты его не смотрел, но ты угадал! Молодец! Да-да-да. Молодец. Да, да. Надо посмотреть во все тяжкие, Жека. Надо собраться и посмотреть уже наконец-то. Хорошо, я точно посмотрю. Ой, Жека. Так. Это будет, я так думаю, сложно. Угу. Какие-то бомжи... Так, дождь идет. Так, подожди, что тут написано? 5 января. Так, где, где написано? В принципе, действительно, 5 января, 5 января. Так, хорошо. Бомжи, говно, дождь, дерево. Не, это не говно, это просто, ну, что-то там навалено на кучу. Неважно. Дерево, везде водичка, дождь, 5 января. 5 января. 5 января, да. Это важная информация, да, что это 5 января? Ну, в принципе, да, за эту дату, за эту цифру можно как-то зацепиться. Как с ним можно зацепиться? Вот так. А, это Питер, я правильно это понимаю? Питер, детка! Серьезно, я вообще просто, я по угару сказал. Это логично, бомжи, говно и мать его, 5 января, и дождь идет, не снег, дождь. Это Питер, детка. Видишь, не все так сложно, как ты думал, на самом деле, да? Не все так сложно. Ну подожди, ты мне просто какую-то, знаешь, наводящую подсказку дал. Какую? 5 января и дождь идет. Тут как бы даже дурак догадается, да, в чем подвох? Ну, наверное, видимо, я дурак, потому что я... Да не надо дождь включать! Я случайно, у нас в Питере дождя уже хватает. Так, Евгений, иди сюда. Так, Snoop Dogg. Тупак. А, Тупак, пардон, это Тупак. И пирамида Хеопса. Да. Тупак и пирамида Хеопса. Тупак и пирамида Тупак. Хеопса. А, смотри, если играть в игру ассоциации, какая у меня первая ассоциация? Знаешь, у Кэти Перри есть клип, где она в какой-то типа Египте, и там какой-то нигер читает. Нет. А ассоциация с чем? То, что я тут загадал Кэти Перри? Я не знаю, ну, наверное. Нет, все намного проще, но намного сложнее. Или проще. Это логично. Подопытный, давайте отвечайте. Так, ну, меня смущает то, что... Две минуты осталось на прогулку, две минуты, давайте подопытный. А какие две минуты? Подожди, меня смущает то, что это, типа, не пустыня, а тут трава. Не, на это не обращай внимания. Ну, как бы, вся суть сюжета не в этом. Сюжета не в этом. Как я могу связать пирамиду Хеопса и вот этого Тупака? Да. Угу. Сложно, я понимаю, что это сложно, но давай... А, ну типа рэпер и пирамида Хеопса, типа фараон, да, нет? Ебой. Да? Фараон, да. Фараон, я загадал фараон. А ты говорил, как все сложно будет? Да ничего сложного нету, понимаешь? Ну, слушай, ну тут прям, это интересно на самом деле, очень интересно. Рэпер и пирамида. Фараон! Скра-скра-скра, понимаешь? Скидели попа. Пять минут назад. И подопытные пошли, я вам конфетку там дам, вот там она в том углу находится, давайте. Ура, конфетка. Конфетка. А можно мне вот эту конфетку, вот которая тут производится? Я не знаю, пока нет, с ним надо договориться. Вот когда посмотрим сериал, вот тогда он тебе и даст эту конфетку.
Хорошо, хорошо. Заходите, подопытный номер 69. Я не хочу, я вы заходи. Какие победил? Ты думаешь, что в следующей серии не будет? Давай заходи. В следующей серии, если победишь, я тебя выпущу. Вот, возможно. Нет, я тебя обдурил. В общем. Надурил. А если следующая серия будет, то это будет круто. А что сделать, чтобы она была, Жека? Конечно, лайкусики, да, поставить, да, или нет? Да, лайкусики. Да, нужно поставить лайкусики. Вот, поэтому, если вам понравилась эта рубрика, если вы хотите продолжение, то ставьте обязательно огромнейшие пальцы вверх прямо сейчас на эту рубрику. Если набираем много лайков, я обещаю то, что новая серия не заставит себя ждать. Да? Да, я пока планирую побег отсюда. А что еще нужно сделать, Жека? Еще что нужно сделать? Нужно подписаться на наши каналы, потому что у нас много роликов выходит, нужно их смотреть все. Да уйди! Да, именно подписаться и колокольце нужно нажать обязательно. А на этом мы уже будем заканчивать, пока Жека не выбрался. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покеда.